Студія продовжує свою роботу і наразі говоримо про Хаджибейський лиман, а саме про те, що мерії заявили про ймовірне підтоплення частини Одеси та передмість і про плани щодо попередження цієї ситуації, на що потрібно буде 360 мільйонів гривень. У 2016 році дамбу Хаджибейського лиману вже капітально ремонтували, і це тоді коштувало понад 40 мільйонів, майже 42 мільйони гривень. Левову частку грошей надала обласна рада. А от міська рада тепер хоче проводити інші роботи, які саме ми поговоримо сьогодні із експертом Юрієм Тучковенком, проректором з наукової роботи Одеського державного екологічного університету, доктором географічних наук, професором. Вітаю вас, Юрію. Тож ми говоримо про заяву міського управління капітального будівництва. Його голова заявив про те, що треба будувати так звану буну поряд із дамбою. У нас є невеличкий відрізок того, що сказав пан Панов. Давайте послухаємо, прошу. Приложен варіант строительства, комплексний підхід, тобто строительство буни зі сторони Хаджибейського лиману, которая будет принимать ветровые, ледовые нагрузки, подъемы, колебания уровня Хаджибейского лимана. Дальнейшая отсыпка пространства, которое образуется между буной и так называемой сегодня объездной дорогой. Обустройство там так называемой набережной. Это позволит расширить объездную дорогу до 4 полос. И обезопасить дамбу от прорыва в случае дальнейших колебаний объема воды. Первый этап – это было первоочередные противоаварийные мероприятия, которые предотвратили процесс суфозии, вымывания твердых частиц тела дамбы, ну и, соответственно, ее ослабления. Были проведены работы по обустройству бетонных матов. Под ними были установлены необходимые мембраны, проведена подсыпка соответствующими материалами. И это приостановило данные процессы на данном участке. Согласно технико-экономического обоснования, которое было разработано под проект первоочередных, следующим этапом должно было пройти процесс понижения уровня дамбы. То бишь, был разработан проект строительство самотечного сбросного канала от Хаджибейской дамбы до Черного моря в районе завода резинотехнических изделий, так называемого Агарового завода. На данный момент проектная документация разработана, на него требуется порядка 360 миллионов. Мы эти деньги упорно ищем в министерстве, просим у области поддержать данный проект. Пока что ответов положительных не поступало. Тож, така заява пролунала із Одеської мерії. І сьогодні, Юрію, напевно, всіх одеситів тим більше тривожить питання, чи насправді нам загрожує підтоплення. Скажімо так, що якщо анализировать те уровни воды, которые сейчас есть в Хаджибейском лимане, то действительно они сейчас достигли отметки, которая многие годы считалась критической. Это порядка 2 метров Балтийской системы, то есть примерно на 2 метра уровень выше, чем уровень моря, даже чуть больше. С другой стороны, пока уровень воды в Хаджибейском лимане меньше, чем был в прошлом году. В прошлом году он повышался примерно до 2 метров 10 сантиметров, держался достаточно продолжительное время. Но, тем не менее, проблема действительно есть. Она связана с тем, что уже начиная с 2014 года, после того, как в основном сбросные воды СБО «Северная» поступают только в Хаджибейский лиман, уровень его постепенно повышается. Це єдина причина? Тобто тільки виброси очисної станції? Ви знаєте, цей питання має довгу історію. Якщо є час, в 2 словах скажу. Тобто, у нас... Часу не дуже багато, але коротенько, якщо... Якщо коротко сказати, то
потери воды. Хаджибейский лиман, он в данный момент замкнутый водоем, то есть из него нет оттока воды, а есть только приток, и главным таким антропогенным источником, который поставляет воду в Хаджибейский лиман, является СБО «Север». Этой воды поступает больше, чем испаряется, ну, там, в годовом цикле с его поверхности. То есть, если производить, даже с учетом того, что сбросы СБО «Северное» с 2000 года уменьшились примерно на 40%, то все равно у нас поступает туда воды больше, чем испаряется. А следовательно, возникает тенденция повышения уровня. Вот я не знаю, можно ли показать, вот я взял ради интереса график хода уровня в Хаджибейском ливане. Вот это начало 2014 года, вот это то, что имеем сейчас. Это то, что было у нас в прошлом году весной. То есть мы видим, что у нас есть четкая тенденция постепенного повышения уровня. Она составляет примерно, ну, скорость повышения где-то порядка 8 сантиметров в год. Это раньше, чем то, что было, ну, скажем, в 2010-2014 году. Но эта тенденция возникает только за счет того, что за редким исключением, это был 2015 год, когда тоже отметка воды повысилась в Хаджибейском лимане выше 2 метров, ну, чуть-чуть, немного выше 2 метров. Только вот в 2015 году был сброс в море, чтобы не, ну, как бы не наполнять дальше Хаджибейский лиман. И я точно не знаю, но, по-моему, в 2018 году тоже был прекращен сброс, когда вот отметка води в Хаджибей достигла этого уровня. Юрію, я хочу відволіктися дещо з вами разом від таких наукових більш питань, так, причин цього феномену. Хочу долучити одеситів до нашої розмови завдяки інтерактиву. Ми, як завжди, ставимо питання. На початку діалогу я сказала про те, що мерія зараз буде відшукувати, пан Панов про це сказав, 360 мільйонів гривень, але роботи у 2016 році проводилися, капітальний ремонт дамби проводився. Тому одеситів питаємо, на вашу думку, хто має відповідати за провальний ремонт дамби, місцеві власті або будівельна компанія? Ну і, до речі, додамо, що мерія тоді і зізналася, що роботи були проведені неефективно. Ну, я би так не сказав, взагалі, чесно говоря. От я, яка ваша думка? Я спілкувався зі спеціалістами. Вся проблема в тому, що, наскільки я знаю і компетентен в цьому питанні, коли робилася реконструкція вот этой дамби 2 роки назад, то в этот проект реконструкции были заложены другие уровни Хаджибейского лимана. То есть, вообще говоря, первый раз, когда это, ну, за последние там десятилетия возникла критическая ситуация в 69-м году, был разработан проект, в соответствии с которым были установлены некие уровни, которые позволят избежать этих критических ситуаций. То есть, они занижены наразі на сьогодні? Я вам озвучу их, я называл уже цифры. Это были уровни 0,5 метра Балтийской системы должен быть уровень в Хаджибейском лимане до начала весеннего половодья. И максимальный уровень был установлен, ну, порядка 1,57 метра Балтийской системы. Сейчас мы имеем, как вы уже сказали, 2 метра. То есть среднегодовой уровень, он где-то там порядка 1,80 метра, 1,90 метра. То есть он значительно превышает те нормативные показатели, которые были раньше установлены. Юрій, то есть дамба нижче за ту, яка мала? Нет, дамба, она, вообще говоря, если брать паспорта этой дамбы, которая сейчас существует, то в нее были заложены отметки, ну, высоты этой дамбы порядка, вернее, не высоты дамбы, а критические вот эти отметки, это порядка 2,3 метра Балтийской системы. То есть запас где-то 30 сантиметров. Но рекомендации по укреплению верхней отметки этой дамбы были даны на уровне 3,1 метра Балтийской системы. Но при этом, при всем, например, в 2003 году, весной, когда был самый высокий за последние годы уровень в Хаджибейском лимане, порядка 2,38 метра Балтийской системы, еще была волна, волнение достаточно сильное, порядка полметра, может быть, чуть больше, то, если одесситы помнят, в этот момент происходив, ну, фактически заплескивание волн на дорогу, дорога была закрыта,
То есть и уже была, в общем-то, ситуация близкая к критической, потому что это могло при дальнейшем повышении уровня в результате усиления ветра или разрушения дамбы как раз привести до той критической ситуации, которая приведет к затопленню. От щодо критичної ситуації, які можуть бути наслідки цього затоплення або підтоплення? Говорять про те, що буде зачеплено і селище Котовського, і кілька селищ, там Більшовік називали, які ще населені пункти. Це наразі прогнозоване затоплення може бути таким широким? Да, это часть территории города Одессы, которая намного ниже, ну, скажем так, близка к уровню моря. Это вот поселок Котовского, там район Лузановки и район Пересыпи. И по тем оценкам, которые давались раньше, это порядка площадь 25 квадратных километров города Одессы, где, ну, на тот момент, это лет 10 назад, проживало 30 тысяч человек. Ну, плюс еще предприятия находятся и так далее. Если кто-то желает посмотреть, как это было, он может посмотреть архивные фотографии, они сейчас есть в интернете. А, якщо можна, знаєте, я покажу куда? Це. Так, да. Якщо прошу режисерів, якщо є така у нас можливість, показати, викладають ці фото. Власне, 1941 рік, коли радянська влада при заході загарбників підірвала, власне, дамбу. І от таким чином сталося підтоплення, так, деяких районів в Одесі. Тобто така ситуація може повторитися, як у 41-му році. Ну, зараз предпринимаються дії, щоб цього не произошло. Дамба може в якийсь момент, от як вона розірвалася, була підірвана, вона може, ну, я розумію, що це складне питання. Ви розумієте, якщо говорити в двох словах, ця дамба довгий час, вона не була первоначально сделано как гидротехническое сооружение. То есть там была некая насыпь, на которую потом насыпали еще все, что было, да. И в результате начинается, она не укреплена от размыва, да. То есть когда уровень в лимане высокий, уровень воды, еще и ветровое волнение действует, то она может просто размыться, да. Против этого были выполнены действия вот пару лет назад, когда было укреплено это внешняя сторона дамбы, внутренняя сторона к Хаджибейскому лиману была матами укрепленная. И, с одной стороны, проект был неплохой, но, я еще раз подчеркиваю, разработчики заложили туда совсем другие уровни. То есть эти маты, они должны были быть над поверхностью воды. Для этого как раз вот об этом и говорили частично в том видеосюжете, что мы видели. В тот момент разрабатывался проект аварийного сброса, ну, там, из Хаджибейского лимана для того, чтобы понизить его уровень. Для того, потому что он сейчас, ну, по крайней мере, на полметра-метр выше, чем вообще. А аварийное скидание можливо сегодня? Сегодня нет. А чего? Это очень, как бы, вторая сторона вопроса. Я ее озвучу так. Мне, как одесситу, эстетически нравится тот проект, который был там представлен в виде эскиза, с набережной, с деревьями, с каменной насыпкой. Вы кажете, власне, про той проект, який в мэрии и презентовал. Но я должен отметить, что сам по себе только проект дамбы, хотя я так слышал в интервью, что вот эти 360 миллионов, это не только дамба, да, это и аварийный сброс, по-моему. Я вот не разобрал. Точно? Точно, точно я даже не скажу, потому что не дуже зрозуміло. Хорошо, я не знаю, сколько стоит дамба, да? Но с другой стороны, дамба, это новая, которая будет создана, она ну, направлена на борьбу, на предотвращение последствий, но на не ликвидацию причин. А ликвидация причин – это высокий уровень Хаджибейского лимана. И если не девать куда-то его воду, а сбрасывать в него тех же количествах воду с СБО «Северный» круглый год, то будет постепенно повышаться уровень. То есть меня в данном случае, ну, где-то пугает то, что, вложив большие деньги в строительство только этой дамбы, мы подождем еще лет 10, может быть, даже меньше, когда опять станет ситуация критической, только с новыми отметками воды в Хаджибейском лимане, гораздо более высокими, чем сейчас есть. Поэтому должен быть второй вопрос, решение второго вопроса. Вернее, даже я бы сказал, это первый вопрос. Потому что если понизить уровень воды в Хаджибейском лимане, то не станет столь критической
ситуація з тою дамбою, даже що є. Юрію, я хочу долучити до нашої розмови Олега Чижика, автора проєкту реконструкції Хаджибейської дамби. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Олеже, вітаю вас. Слухаю. Олеже, вітаю вас. Слухаю. Скажіть, ви як оцінюєте сьогодні ініціативу міської влади проводити зведення так званої буни на Хаджибейському лимані? Ну, скажімо так, це не зовсім буна, і не зовсім, не зовсім її будуть строїти. Суть заключается в том, что суть вот этого проекта, который озвучили, да, заключается в том, что каменная наброска, которая выполнит перед дамбой, будет выполнять защитную функцию, не даст разрушаться той насыпи, которую мы называем дамбой. По факту это автодорога, насыпь под автодорогой, которая была немножко закреплена и выполнена, там усилена, чтобы выполнять функции дамбы. Вот, собственно, и все. А функции дамбы будет выполнять та земляная насыпь, которую, собственно, и будут делать вот уже после возведения каменной наброски. Это первый вопрос. И второй вопрос, что бы я хотел сказать, что абсолютно поддерживаю точку зрения господина Тучковенко, который сказал, что необходимо решить первопричину. Строительство сброса, аварийного сброса, обязательно для любого закрытого водоема. Поэтому одно должно дополнять другое. То есть этот проект должен решаться вместе. И строительство аварийного сброса, и улучшение или реконструкция той дамбы, которая есть, это один комплексный проект. Олеже, ще одне питання. Говорять про те, що сьогодні той ремонт, який проводився у 2016 році, капітальний ремонт, ну так званої дамби, як ви кажете, що це все ж таки дорога, про статус ще, до речі, сперечаються і по сей день. Тож той ремонт був виконан не сумлінно. Яка ваша думка? Я не занимался исследованиями тех работ, которые были выполнены, поскольку я к этому проекту, собственно, я дал только идею, а разработкой занимался другой ГИБ, поэтому это у него надо спрашивать, как там выполнены работы, кто вел авторский надзор. Но я хочу сказать, что те работы, которые были проведены и дали возможность удержаться сейчас дамбе и не разрушиться. При таком уровне воды, а уровень воды больше 2 метров по тем данным, которые у меня, правда, двухмесячной давности, у меня данные, но больше 2 метров отметка абсолютной воды. При минимальной отметке дамбы приблизительно вот на этом участке, который делали абсолютная отметка 2,32, то есть у нас до перелива через дамбу осталось 30 сантиметров. И если бы не были выполнены эти работы, то при таком уровне дамбы, при таком уровне воды дамба в этом месте давно была бы уже разрушена. То, что мы, так сказать, чего мы боимся, уже бы состоялось. Поэтому я считаю, что те работы, которые были проведены, они выполнены, они сыграли свою роль в стабилизации состояния дамбы, пусть не до конца, возможно, как вы говорите, там не очень качественно. Я не знаю, я не занимался исследованиями, не вел изысканий по качеству выполнения работ. Но то, что они сыграли свою положительную роль, это однозначно. Олеже, дякую вам за роз'яснення. На прямому зв'язку з нами був Олег Чижик, автор проєкту реконструкції Хаджибейської дамби. Але ці роботи, може, і попередили якусь більш страшну ситуацію, але коштували понад 40 мільйонів гривень. Я вже от показував вам графіки. Вони були, собственно говоря, в 2015 году ми получили весною отметку води більше 2 метрів. Були проблеми і в 2018 году. В 2018 году отметка доходила до 2,10. Тобто це, ну, вот как сказал Олег Анатольевич, это оставалось 20 сантиметров до там самой низкой части, где мог быть перелив. Юрій, все ж таки, ви підтримуєте, власне, проект, він... Какой? А який мерія пропонувала і з набережної, і з тим, ви що знаєте, це буде туристичний його... такий центр. Але все ж таки аварійне скидання треба вносити, да, як механізм. Я би хотів звернути увагу на те, що
По большому счету, чтобы здесь не получилось так, что большинство, ну, деньги уйдут в дамбу, но не уйдут со строительства аварийного сброса, например. Я хотел бы даже еще отметить, что Олег Анатольевич Чижик разрабатывал и проект аварийного сброса. То есть речь идет о том, что если уровень вдруг, а там в истории Хаджибея были такие случаи, когда уровень во время весеннего паводка, это особенно когда... Если были морозы, на них замерзла почва, на почву выпал этот замерзший снег, а потом быстро все тает, эта вся вода скатывается фактически в лиман, в реки, и тогда резко повышается. Были случаи повышения уровня там, до 60 сантиметров и больше, то есть, а может быть и до метра. То есть профессор нашей кафедры гидрологии и суши моего Одесского родного экологического университета, они просчитывали варианты, связанные с такими, может быть, достаточно редкими явлениями, когда будет очень сильное весеннее половодье, то есть выпадет это, случай... Вот столько выпадет, ситуация, да, что один раз в 100 лет это может быть. Но это может быть как завтра, как в следующем году, так и там через 100 лет. И на них, и на эти сильные весенние половодья еще наложится... той же обеспеченности один раз в 100 лет дождевой паводок. То есть сначала снег, потом дождь, и в этом случае там прогнозированные отметки были, вы слышали, там 3,1, это не все участки дамбы, этой отметка верхней дамбы, прогнозировались уровни 3,8 метра. Понимаете, но это... Действительно, это критическая ситуация, и она приведет к огромным убыткам. Поэтому даже то, что был реализован этот проект по укреплению, я считаю, что это действительно, при том условии, что не было сброса с Хаджибейского лимана и не было, перенаправления стока с СБО «Северное» в Чорне море, це достатньо серйозна причина. Юрію, і наостанок ще одне питання. На вашу думку, чи взагалі можливо там, за нинішніх умов, на Хаджибейському лимані, зробити туристичний центр? Курортний або бальологічний? Ви знаєте, якщо можна, я 2 секунди ще скажу. Друге, є ще другий проєкт, і який дуже важливий. Від проєкт аварійного збросу – це аварійного збросу. Но есть вторая схема регулирования уровня в Хаджибейском лимане. Это в зимний период перенаправлять стоки с СБО «Северное» не в Хаджибейский лиман, а в море. Для того, чтобы меньше воды туда поступало. И для этого тоже это другой проект. И он тоже очень важный, потому что я напомню, может быть, кто-то помнит, что есть проблема стоков с поселка Котовского, ливневых стоков. То, что стекает в Хаджибейскую, то есть в Крыжановскую балку и загрязняет море в районе Крыжановки. То есть там нет системы ливнеотвода, и предполагалось, там буду два мэрии активно говорила, о том, что перенаправлены эти будут стоки на СБО «Северное». Это большой объем воды, который туда придется направить. То есть я хочу сказать, что есть два проекта. Не только аварийного сброса, а второе, связанное с регулированием сброса СБО «Северное». А отвечая на ваш вопрос, я скажу так. Хаджибейский лиман всегда был, ранее был, там до 30-х годов, в общем-то, курортом Одессы. Там был большой Хаджибейский парк, об этом много можно найти информацию в интернете. Там и были лечебные грязи. И, в принципе, конечно... Хаджибейский лиман может в некоторой степени вернуть себе значение рекреационного, потому что, насколько я знаю, например, Хаджибейский лиман сейчас даже, по крайней мере, года два назад не контролировался структурами, которые бывшие санэпидемстанции, не знаю, как сейчас называется, которые, в общем-то, в этом водоеме просто не рекомендуют купаться, там нет пляжей. Там содержание биогенных веществ, которые приводят к росту водорослей, в 60 раз больше, чем в морской воде. Но, с другой стороны, есть один прекрасный проект, связанный с соединением Хаджибейского лимана с Черным морем. Тут в Одессе он неоднократно обсуждался. То перспективы все ж таки у Хаджибейского лимана. А второе, самое главное,
должна быть установлена новая система очистки на СБО «Север». Юрію, я дякую вам, що ви прийшли, тому що вже у нас добіг кінця час нашого ефіру. Нагадаю, що ми проводили інтерактив, підіб'ємо і його підсумки. Ми питали одеситів, на їхню думку, хто має відповідати за провалений ремонт дамби. Місцеві власті, такий варіант, тому що обласні та міські, міська обласна влада, 67% вважають, одесити мають саме власті відповідати. І будівельна компанія менше відсотків голосів отримує. Мав цей варіант 33%. Ще раз дякую за те, що завітав до нас. Спілкувалися про Хаджибейський лиман і перспективи затоплення із Юрієм Тучковенком, проректором з наукової роботи Одеського державного екологічного університету.